В элиту мировой гимнастики Беларусь рассчитывает вернуться с поддержкой Международной Федерации. Александр Лукашенко сегодня встретился с главой объединения. Маринари Ватанабе в Минск прилетел несколько дней назад и принимал участие в этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Президент отметил, что следил за этим спортивным событием в белорусской столице, поздравил главу Международной Федерации гимнастики с успешным выступлением спортсменов с его родины Японии и подчеркнул, Беларусь всегда готова способствовать развитию честного спорта как в стране, так и на мировой арене. Я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики. Вы знаете, что у нас была прекрасная школа, но, к сожалению, мы ее утратили, в отличие от Японии, которая страна, которая была на вершине и осталась на этой вершине. Я подробнейшим образом информирован о всех событиях последних трое суток в Беларуси, особенно что касается нашего спорта, художественной гимнастики. И я вам очень благодарен за событие, которое произошло в Минске. Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль, если абсолютно искренне. Художественная гимнастика – это тот вид спорта, где еще очень много субъективизма. Может быть, вы будете тем человеком, который этот субъективизм понизит близко к нулю. На этом пути вы всегда найдете поддержку Беларуси и можете воспользоваться в любое время. Я считаю, что Беларусь может завоевать больше медалей в художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной гимнастике на следующих Олимпийских играх. Поскольку они пройдут в моей родной стране, Японии, пожалуйста, не стесняйтесь просить меня, если я чем-то могу вам помочь и быть вам полезен в этой связи. Помимо Маринари Ватанабе, на встрече с президентом Беларуси сегодня присутствовала и вице-президент Федерации «Легенда художественной гимнастики» Нелли Ким, которая на мировых спортивных площадках выступала также под флагом Белорусской ССР. Александр Лукашенко сегодня наградил ее орденом Национального олимпийского комитета, а главу Федерации – почетным знаком за заслуги в развитии олимпийского движения в Беларуси. Дальше встреча продолжилась уже без участия прессы.